Всем привет, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально 15 минут назад мы узнали, что на 72-м году ушел из жизни советский тяжелый атлет, олимпийский чемпион 76-го года, двукратный чемпион мира 76-го и 78-го года, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Зайцев. Он родился 17 января 1951 года на Сахалине, вырос в Казахстане, Карагандинской области. Там начал заниматься спортом. Чемпион Казахской ССР 74 года по 78 года. Неоднократный обладатель Кубка СССР 74 года. Запорожье 76 года. Свердловск 77 года. Рязань 79 года. Чемпион СССР 76 года. Европы 78 года. Травма плеча не позволила ему выступить в Москве в 80-м году, хотя он считался одним из фаворитов Олимпиады. После завершения спортивной карьеры Зайцев жил на Днепропетровщине. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.